Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Плафт. Плафт Тит Макций, римский комедиограф, около 254-184 года до нашей эры. Комедии Плафта из 130 до наших дней сохранилось 21 комедия, построенная по образцам греческой новой комедии, новоаттической комедии. Однако эти образцы с большим вкусом и умением переработаны Плафтом специально для римской публики. Кроме всего прочего, комедии Плафта служат бесценным источником разговорной латинской лексики. Плафт был практически забыт в средние века, однако в эпоху Возрождения его комедии стали переводиться на европейские языки, оказав существенное влияние на последующую литературу. Так, сюжет комедии «Близнецы» лег в основу шекспировской комедии «Ошибок», а «Золотой горшок» – мольеровского «Скупого». Следуя «Амфитриону» Плафта, Мольер написал также собственного «Амфитриона». Ну вот так вкратце о римском комедиографе Плафт Тит Макций. Пока-пока, свидания.